финал розыгрыша Кубка обладателей кубков европейских стран сезона 80-81 годов. 13 мая в Дюссельдорфе встречаются тбилисские динамовцы и Карл Цейс из Йены, представители Советского Союза и Германской Демократической Республики. За боковую Шиллинг в падении выбил мяч Куцаев. Тбилисы будут бросать аут. Сыграли на Шенгелье. Мяч Брауэром выбитый штрафной. Затем Гобе. И пас вперед. Хорошая атака наметилась. На ворота динамовцы Тбилиси. Грабе успеет. Да, успел к этому мячу. Удар в ворота. Гол. Тут не обошлось без ошибки. Вот промахнулись защитники. И воротам приблизился. Прошел одного. Отличная передача. Ну, удар ворота. Гол! Гол! Володя Уцаев. Молодец. Шенгелия тут сыграл отлично. Из-под острого угла Владимир Гуцаев низом. Ближний от вратаря угол. Кибьяни. Тараселия. Вошел в штрафную. Ну, можно бить. Обвел второго. Удар ворота. Гол! 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 Виталий Тараселия за 3,5 минут до конца встречи забивает мяч в ворота Карл Цейса. 2-1. Вот великолепно. Двух обвел. И низом правый нижний от вратаря угол. Динамовцы Тбилиси. С 1925 года шла к этому. Вот Давид Кипьяни прекрасно обыгрывает соперника. Второго. Еще раз Краузе. Блистательная техника, техника Давида Кипьяни и аплодисменты на стадионе. Давид заслужил эти аплодисменты. Сейчас и тбилисы должны, по-моему, сделать замену Чивадзе. Удар воротом. Мимо ворот. 1,5 минуты до победы. И вот финальный свисток. Рикардо Ластанци извещает о том, что динамовцы Тбилиси в 1981 году завоевали кубок кубков европейских стран. Большая удача грузинских футболистов.